Профессионалы поедания, да? Да не бойся. Недели две есть. Точно нам веники делать. Такое тепло. Ну, листья еще вон зеленые висят. Может, этот стол-то разобрать? Зачем он нужен? А сюда единственное, когда погода совсем плохая, сюда хорошо, ветки, все класть. Не, настилы сделать. Они грязюки просто будут, а настил они затопчут. Не-не, вот это хорошо в грязную погоду, зимой сюда хорошо тоже. Да? Уж зимой-то в веник бросил снег и капут веннику. А этот не-не-не, он прям вот когда грязюк, когда зима, хорошо. Летом-то не был, Саш, положил там ягель, они все съели. А когда грязно, не надо, прям стол надо, надо.